Привет, мои дорогие! Сегодня будем готовить салат по рецепту салата ананас, но салат сегодня у нас будет в виде ежика. Для этого нам потребуется отварная куриная грудка, сыр, миндаль для украшения, для иголочек, лук, который я замариную, как обычно, ананасы, можно использовать кольца, нарезать их, можно использовать уже порезанные в сиропе, и изюм. Салат будет послойный, поэтому приступаем. Первым делом я нарежу мелко лук и замариную его. Нарежу ананасы мелкими кусочками, курицу нарежу мелко и сыр натру на терочке. А теперь приступаем собирать нашего ежика. Выкладываем на тарелочку форму ежа вот таким образом. То есть здесь он кругленький и сужается на конус, получается такая мордочка. Это у меня куриный слой, я его уже предварительно в тарелке смешала с майонезом и выложила. Следующий слой у нас будет из маринованного лука. Я его заранее замариновала и уже слила. А теперь я выложу лучок. Далее, после лука, будут ананасы резанные. После ананасов я выложу изюм и сверху тертый сыр. Тертый сыр и добавляю в него майонез. Основа для нашего ежика готова. Теперь можно слегка его обсыпать тертым сыром, просто еще скрывая все наши недостатки в виде изюма, который может быть торчит по краям. Вот, можем мордочку ему сделать мохнатую. Вот таким образом все посыпаем сырком. Уже не смазываем. Это можно делать, а можно и не делать. И дальше сейчас мы приступим к украшению нашего ежика. Будем делать ему иголки. Иголки будем делать из орешков миндальных. Вот таким образом. Вот такой ежик. То есть еще раз мы придаем форму ежа. Вот это наша мордочка. И делаем иголочки. Иголочки будем делать вот из миндальных орешков. А вставлять будем, начиная от мордашки. И вот таким образом просто мы их вставляем.
Вот такой вот получился игольчатый ежик. И теперь осталось ему сделать глазки и носик. Вот такая вот мордочка у ежика, очень милая. А я решила не делать сильно большого контраста и не стала использовать оливки, вернее маслины. Я использовала вот так орешки фундук, все равно у нас вся поверхность ореховая. То есть фундук пополам разрезала, получилось глазки и носик. Вот такой вот получается ежик. На спинке у него на колючках импровизированные яблочки из помидорок черри. И вот такой вот симпатичный и очень вкусный салатик.